Анонс 17-20 серии 5 сезона сериала «Шеф. Возвращение». 17 серия. Локтев находится в больнице. Инсценировка с его смерти была придумана, чтобы полковник его не убил, но теперь опасность. Угрожает Дане Тихомиров, обещает ее убить, если она не вернет ему проданные акробаты салона красоты. Некрасов выясняет, что убийство Оряжского заказал Митрофанов. 18 серии. Митрофанов в Москве встречается с Калиниченко, давним врагом Расторгуева, и просит помощи. Тот организовывает служебную проверку работы Расторгуева, по результатам которого шефа увольняют из угрозыска. Вместо него теперь будет Некрасов. 19 серии. Шеф ждет приказа об увольнении. Его обязанности исполняет Некрасов. Его также отстраняют от операции с Тихомировым, но Тихомиров отказывается сотрудничать с ФСБ в отсутствие шефа. Костя передает Расторгуеву папку с компроматом на Митрофанова. 20 серии. ФСБ готовится к финальной части операции по доставке в Питер неизвестного груза, который будут встречать Тихомиров и акробат с посредником, официантом Массуда. Митрофанов узнает, что против него возбуждено дело по заявлению Николая Гришина, сына губернатора. Он решает убить губернатора и заказывает его Шульгину. Посмотреть заключительные серии вы сможете 24 сентября.